Всем большой привет! И снова с вами канал Любашны Будни. На мукбанг у меня котлеты. Вместе с вами готовили. Кто смотрел, кто не видел, заходите. Влог, как я готовил котлетки. Предыдущий был. Макарошки. И вот такая у меня закуска из баклажан. Это мне принесла Леночки. Я так ни разу не готовила. Она вот приготовила и не поленилась. Принесла. Сейчас буду пробовать. Она, правда, закуска холодная. Достала из холодильника. Ой, у меня аж слюнки бегут. Приятного всем аппетита. Кто со мной кушает или просто проводит время... А мне вкусненько пожрать. Класс. Это вот перчик. Вот я не знаю, я знаю, что на чили добавляла. Но чили вроде маленький перец. Это может просто болгарский. Сейчас попробую. Надеюсь, что чили такой. Я люблю остренький перчик. Вкусно. Вкусно. Время обед. Уже... Котлетки тоже хороши. У меня спрашивают девчонки, где Ульяша? Я, конечно, не рассказывала, это было рано рассказывать, но сейчас я вам расскажу, где Ульяша, почему ее со мной нету. Лучок. А Ульяша с мамой и с папой. Они помирились. Чему я очень рада, конечно. Надеюсь, что это уже окончательно они помирились, что уже не повторится. Что раньше повторялось. Но вроде бы как мама все поняла. Что лучше ее мужа никого нету. И лучше семьи. Я, конечно, очень этому рада, счастлива. Я всегда только за семью. Потому что детям нужна мать. Ульяшка тоже счастлива. И это главное. Ульяш пока ко мне не хочет в гости. Она наслаждается родителями. Ей сейчас не до бабки. Говорю, ну пусть наслаждается, а я хоть отдохну за эти годы. Села жрать, а ведь, честно говоря, я и не особо голодная. Но у меня, как у ребенка, обед по расписанию. Хочу перчик попробовать. Нет, это, наверное, болгарский перец. Чили она, скорее всего, мелко порезала.
Ну, не жьет рот-то. Вкусно как, а? Завтра, надеюсь, на дачу поедем. Я прям надеюсь, что не будет дождя. Хочу на дачу. Не могу. Ну, Ульяшечка, он сейчас на больничном. Приболела мое золотко. Ну, на улице вроде бы не так холодно. Потеплее ее оденем. С нами поедет. А с кем ее? Куда ее деть-то? Вот, говорю, хотели шибенку сказать, я уже говорила. И обои наклеить. Ну, вот не знаю, завтра получится ли обои наклеить. Даже с Ульяшей. Она нам может и не дать, если клеить обои. Ой, как же вкусно. Единственный холодный баклажан зубы сводит. Положил 1,5 котлеты. Ну, наверное, половинку эту съем, а эту не буду. Баклажаны, они сытые, сытные. Ой. Класс. А перец вообще. Такой вкусный. Так что рассказала вам, почему вы не видите Ульяшу в моих видео. С папой, с мамой. И слава Богу. И слава Богу. Я этому очень рада. Ни одна тетя и ни один дядя, какие бы ни были хорошие, родители все равно не заменят. Вот сейчас я не жрала, сейчас я ела, потому что я что-то быстро наелась. О. Единственное, вот лук. Я не особо люблю. Хотя он вкусный. Он как маринованный получился, лучок. Ну и жрать ты здорова, Любка. Однако. Все. Макарон, ладно, доем, не выбрасывать же.
А котлет не буду. Вот зачем так над собой издеваться? Нажралась и все. Хватит, а то все равно сижу доедаю. Ладно, мои хорошие, всем удачи, хорошего денечка, настроения, улыбок побольше, мирного неба над головой. До новых встреч!